Палаточный лагерь в окрестностях села Скугареевка Теренгульского района, некогда закрытый из-за погодных условий, вновь открылся и уже принимает ребят на вторую смену. Сейчас здесь отдыхает 80 человек. Вскоре приедут еще 40 детей, которые так и не отдохнули в первую смену. Мы едем в лагерь третий год, нам все очень нравится. Тут очень дружелюбные ребята, тут всегда спортивные игры, разные мероприятия. Тут все сплоченные, все знакомятся на этих мероприятиях, всегда очень отзывчивые и любящие вожатые, воспитатели. Одна смена в палаточном лагере по предписанию Розы Питнадзора длится всего неделю. Каждый день ребята стараются провести как можно более насыщенно. Футбол, волейбол, бадминтон, танцы, театральный кружок и, конечно же, походы. У нас разработан ряд экскурсий по замечательной, вот просто замечательнейший район. У нас здесь Теренгульский и село Скугареевка, прекрасный нетронутый лес, у нас есть экологическая тропа, дети с удовольствием вместе со своими воспитателями выходят за пределы нашей территории, там также проводятся всевозможные экскурсии эколого-биологической направленности, и дети очень много узнают об этом интересном крае. В палаточном лагере могут отдохнуть только дети из Ульяновска, но для ребят, живущих в районах области, на это лето предусмотрена не менее насыщенная программа. В Чердаклинском районе ребят ждет палаточный лагерь на пасеке предпринимателя Геннадия Лопатина. Это лагерь в гостях у «Золотой пчелы», где ребята отдыхают не первый год. Здесь они могут заняться и трудом непосредственно на пасеке, здесь получить первые навыки по пчеловодству и прекрасно и хорошо отдохнуть. А вот ребята из Корсунского района готовы отправиться сплав по реке Сура и насладиться действительно вот такой красотой природы. Всего на территории области работает 29 палаточных лагерей, в которых отдыхает более 1000 подростков. Юлия Дегтярева, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.